Новый исправительный центр на базе завода стекловолокна функционирует в Каспийске. Он создан для отбывания нового вида наказания – принудительной работы. Осужденные получают за свой труд зарплату до 45 тысяч рублей. Премьер-министр региона Абдулмуслимов ознакомился с центром, обошел производственные участки завода, а также ознакомился с общежитием, которое предназначено для осужденных. По итогам встречи глава Кабмина отметил, что условия здесь хорошие, и он надеется, что человек, отбывший тут наказание, сможет перевоспитаться. Отметим, что данный вид наказания в стране существует с начала 2017 года, а в Дагестане с 2022. Сейчас в центре трудятся 78 человек. Число мест планируется увеличить до 120.